Сейчас у нас Шкода Октавия TDI 1.9, ну, собственно, на любой модели. Вот такая беда, порвалась стойка, причем, как вижу, она не очень качественная. Вот более толстые стенки, наверное, нужно менять. Вот такую буду ставить, что необходимо. Ну, причем резинки более-менее неплохие, нету люфта, просто где-то большой удар и порвал. Откручиваем. Я пшикнул раскислителем, ну типа ВДшки, только у меня другой. Этот болт откручивается плотно, но идет. Собственно, трудность есть, но подается. Значит, откручиваем и будем смотреть. Здесь на 17, а здесь, наверное, на 13. Что необходимо, это снять старую. Откручиваем здесь со стороны гайки. Значит, как я уже сказал, здесь ключ на 17, но он уже пошел. Запаситесь терпением, здесь ключ на 15. Ну и нужен шестигранник для того, чтобы с той стороны держать, иначе прокручивается. Поэтому, но если у вас ключа на 15 нет, то надо его найти. Не подходит ни на 13, ни на 14. Ну, собственно, все, откручиваем и смотрим, как ставить новую. Итак, я в моем случае ставлю фирмы Lemförder, то есть хорошая стойка. Что необходимо сделать? Ну, как бы все стандартно. Нужно попасть сюда и потом попасть сюда. Я решил, что сначала поставлю низ, чтобы нажимлю, во всяком случае. Открутилось нормально. Здесь даже какая-то смазка, видимо, тот, кто в прошлый раз менял, даже чем-то смазал. Ну, и теперь нужно в таком полузакрученном состоянии зацепиться туда. Для этого необходимо просто подтянуть рукой. Ну, собственно, все. И вся замена. Я взял, подтянул немножко рукой, вставил, и теперь нужно плотно закрутить в обратной последовательности. Собственно, вот такая легкая процедура, замена стойки самостоятельно. Думаю, что любой сможет сделать. Единственное, ключ на 15 торцевой нужно найти. Все, конец видео. Подписывайтесь на канал. Увидимся на канале. Хочу немножко дополнить. На новой оказалось, что и здесь на 16 ключ. Поэтому будьте внимательны, могут быть разные. Могут быть 17, 15, а могут быть 2 16. Поэтому прежде чем приехать на эстакаду, подготовьтесь.